Итак, всем привет, с вами снова Мистер Майн. И я заново начинаю проходить Dishonored. Потому что я в прошлый раз потерял то сохранение, где остановился, и начал записывать я новой программой Бандикамом. Она платная. Можно, конечно, скачать с Трутрекера. И там и установка не очень такая муторная. Вот. Ну, напомню, Dishonored — это такой экшен стелс шутер, вот, в котором можно по-разному проходить миссии, либо мочить всех подряд, либо скрытно душить, или вообще не, без убийства проходить игру. Я выберу бесшумный способ, потому что он самый, так сказать, сложный, но интересный. Теперь нам надо немножечко подождать. Ну, вот та камера, в которой мы сидели. Там вон светло. Так. Надо как-то мимо них пройти. Так, может, ты свалишь? Нет? Вот, правильно, свали. Не украду у него денег. Что такое? Ой. Ой-ой-ой. Беда. Так, я снова здесь. Так. Снова придется ждать. Вот сюда кину стражника лучше. Ну, уходи, стражник. Ну, кыш. Так. У одного украл. Украли у них деньги и прошли незаметненько. Еда, еда в Dishonored нужна, чтобы немножко прибавлять здоровье, чем обычно. Вот. Так, тут мы тоже никого не убили. Закроем на всякий случай. Так. Тут я не знаю, можно ли пройти без убийства или нельзя. Давайте посмотрим. Наверное, можно пройти. Ты не хочешь уходить? Молодец. Так, в этой серии мы убили только одного пока что. Точнее, усыпили. И это пока мой рекорд. Есть монеты? Нет монет. Книга. Сейф. Так, теперь уходим отсюда. Надеюсь, меня не спалят.
стой ты. Ух, ее. Ладно. Угу. Ах ты ж. Так. Ну развернись уже. Ладно, идем. Так. Спасибо за кошелечек. Так, я тут тоже постараюсь никого не убивать. Посмотрим. Так, ладно, не успею. Как же мне тут тогда быть? Окей. Я понял. Так. Там же мне нельзя посмотреть. Надеюсь, меня не спалили. Все, мы сбежали от стража. И бежим в катакомбы. В катакомбы. Итак, мы в катакомбах. И вот те три убийства, о которых я сейчас говорил. Точнее, не сейчас. А вообще, говорил в самом начале. Вот эти крысы. А, вот, да, два убийства. Их сейчас убьют, вон, крысы. Вот. Ну, посмотрим, что будет дальше. Я просто не знаю, записывает ли она или нет. Потому что ставлю на паузу. Мне приходится иногда проверять. А вот на этих крысах не надо лучше встречаться с ними. Потому что они вас тоже смогут съесть легко. Так, здесь уже можно всплывать. Так, вон там у нас что-то есть. Книжка. Ладно. Труп.
спрятанные вещи. Это наши лоялисты нам их как бы подарили. Вот. И тут надо быть очень быстрым. Так. Берем этот труп и кидаем его далеко. Берем столько же и кидаем рядом с ним. И третий труп также кидаем рядом с ним. Вот, и бежим, бежим, бежим. Вертим, вертим, и оп, все. Мы сбежали от крыс. И тут надо поднять кошелек и съесть жареную крысу. И теперь лезем по цепи наверх. Так, вот тут тоже надо подобрать медную проволоку. И вон туда еще сходить. А даже не так. А вот так. Подобрать вот кошелек и монеты. И вот тут вот зажигательный болт. Так, тут деньги подбираем. А тут вот спрятанные вещи. Арбалет и клинок лучше. Так. Подбираем также кошелек. И идем вот сюда. Так. Делайте подкат и разряжайте установку. Так. А код от сейфа написан тут 451. Так. 50 монет и целебный эликсир Соколов. У нас их уже 5. Можем поменять код, если захотите. Чтобы другие не взяли его. Так. Вот так. Ну тут, наверное, самое сложное. Сделать скрытный. Точнее, пробежать скрытно. Ну, я попробую. Так. Ладно, меня чуть не заметили. Тут просто проплыть можно. Блин. Так, сейчас попробуем еще раз. Первую мы миновали уже. А тут можно проплыть, как я и говорил. Все, мы уже выбрались отсюда. Так, тут берем медную проволоку и еду. Ну, Самуэль. Там такой кораблик плывет.
Ладно, старик, поехали. Итак, всем пока и до новых встреч.